по полю, по нам снайпер хуярил. Возле руки. Возле руки пролетела пуля. Да. Ну, все полегали. Она вот так вдоль. А горячий воздух пошел, понял, полностью так. А какой должен был? Тебе холодный, блядь? Он нахуй шо, блядь? А он встает, понял? Вот так вот тупо, вот просто выглядывает в секунде, ебать. Он разворачивается на жопу, вот так, понял? И вот так вот хуяк, и кровь с носа, понял? Да, блядь, слава богу, что это самое худшее. Не, так я думаю, ну все, понял. Ждем еще? Да. Угу. Ебальник у тебя, конечно, был страшный. Бля, если ты где-то хуй. Не, я просто, блядь, хуй его, так и сразу не понял, баран ты че не. А у нас тоже, блядь, прилетел с утра кусок, блядь. Ебаного Василька на место для того, чтобы вышли сидел. Ой, я не бачу, что ты раскидываешь. Поэтому он без... Хорошо, что в окоп сошел.